Несмотря на свою болезнь, 6-летний Степа заботится о любимых домашних животных, которые живут у него дома. Мальчик уже перенес операцию, опухоль удалили. Для спасения ребенка необходимо пройти еще одно обследование и лечение. Отзывчивые люди, учащиеся школы номер 11, помогли семье собрать нужные средства. 29 ноября мама Надежды и Степан отправляются в Феодосию, где пробудут 21 день, пока будет проходить курс лечения. Сейчас Степа с нетерпением ждет поездки в клинику, а в ожидании весело проводит время со своими сестрами, играет в любимые видеоигры. Играть в Angry Birds и в Banana Kong. И у меня только две игры. Надежда на спасение жизни ребенка есть, и это благодаря той помощи, которую оказали вы. Алисе Фоменковой поставили диагноз – рак сетчатки обоих глаз. Необходимо лечение. Сейчас Алиса с мамой на дообследовании в московской больнице. Оперировать Алису согласны врачи Швейцарии, но необходимой суммы в семье просто нет. Родители обращаются за помощью. Подробную информацию даст бабушка Наталья Михайловна. Ее телефон на ваших экранах – 8-918-44-57-096. Наталья Михайловна Киселева.